Чё, как зрители, это Гагатун, и сегодня мы будем играть с вами игру под названием Faster Than Light. Я ее уже играю, наверное, ну, периодически я ее включаю уже второй день, и я так и не научился не умирать в этой игре. Поэтому давайте попробуем с вами поиграть в нее. В этот раз, может быть, мне повезет больше, потому что, ну, не знаю, то есть как-то не выходит. Я вообще нифига еще не открыл тут, то есть, я так понимаю, можно какие-то корабли открывать, что-то делать, можно даже, кажется, выжить. Но, серьезно, ни разу у меня не хотело выжить в этой... Я просто сразу же умираю, поэтому давайте начнем на изи и полетим, посмотрим, что... Вы несете с собой данные, которые помогут флоту Федерации. Ну, в общем, нам говорят, что это фактически путешествие... которым мы должны помочь. И как я не знаю, в общем, каждый раз мы начинаем в разных местах, то есть по-разному каждый раз эта карта выглядит. И сейчас мы можем полететь, например, сюда и как бы помочь кому-то, потому что тут кто-то просит о помощи, или мы можем полететь вообще в магазин и сразу же купить что-то. Но учитывая, что у нас ни хера нету, и, кстати, вообще магазины эти, они встречаются очень редко. То есть, ну, сколько я играл, они то встречаются, то не встречаются. У меня один раз было куча всего, куча, что я мог купить. Но при этом нигде не было магазинов, и меня убили просто. И ладно, полетим, посмотрим. Наверное, это будет приключение очень короткое, и меня сразу же убьют. И тут же, да, на меня прилетели какие-то... в общем, как мы только прилетели, у нас на радарах появились сигналы того, что перед нами враг. Так, так что приготовьтесь к бою, он говорят. Так, фигач, вот так, фигач куда-нибудь. Почему они не атакуют? Почему ничего не происходит? Огонь! Окей, они стали стрелять. Ох ты, what the fuck? Что это было вообще? Так, отлично. Так, стреляйте им тупо туда только, и все. Мне не важно, просто мочите их. Окей, все, мы их убили. Е-е-е. Так, корабль уничтожен. Что от него осталось? Какая-то система починки дронов. Окей. Это полезно. Мы даже что-то получили полезное в этот раз, неужели? Так. Ну, вроде, в принципе, наш корабль всего 2 единицы потерял, поэтому мы в порядке. Мы в порядке. Вообще, лучше всего всегда держать одного человека здесь, мне кажется, потому что всегда... Камеры выходят из строя, и мы не знаем. Например, если камеры выйдут из строя, то мы не будем знать, что же на корабле. Если кислород выйдет из строя, то мы все начнем умирать. И тогда я вообще не знаю, что делать, потому что я каждый раз умирал, когда такое происходило. Но постараемся этого не допустить. И, кстати, я не знаю, можно ли сохраниться в этой игре. В этой... Можно сохраниться и выйти. Но нельзя сохраниться и сохраниться, и все. Ладно, тут есть магазин. Можно полететь туда, но мы, по-моему, ничего не купим, поэтому лучше будем лететь к выходу. Тут, кстати, кто-то просил о помощи, дистресс. Как мне ему помочь? Или эти люди просили о помощи, которые тут были? Можно, кстати, открыть все двери и закрыть все двери. Можно, вот если вы вдруг начнете гореть, можно начать открывать двери вот так вот. Например, открывать, выпускать. Но это я зря сделал, наверное. Потому что это что-то теперь кислорода не хватает. Так можешь сделать. И она нормализуется. Вроде бы она нормализовывается. Нет. Ладно, оставим пока тут закрыты. Фигли нет. Пускай полетаем сейчас. Так, ладно, в магазин мы не полетим. Давайте полетим куда-нибудь сюда. Йоу! В общем, игра, говорю, довольно интересная. Если вам нравились, например, космические рейнджеры, хотя это, конечно, довольно фиговое сравнение, то я думаю, эта игра вас тоже должна затянуть. По крайней мере, на первые 10 раз, пока вы не умрете. Точнее, вы будете умирать 10 раз. Но, так, в общем, мы нашли каких-то мятежников. У них маленькая... так, приготовьте ваше оружие. Окей, я готов. Я тут всегда фигачу по их рубкам и двигателям, иногда по кислороду. Иногда по оружию, конечно, было бы тоже разумной идеей фигачить, но мне кажется, нас сейчас замочат, на самом деле. А может быть и нет. Сейчас, ладно, лучше будем, наверное, по рубке тут побить, чтобы они все взорвались. Можно было бы попробовать вырубить их оружие, тогда бы они, наверное, сдались бы.
сказали такие: нет, не убивайте нас. Черт. У нас щиты, щиты критически. У нас все плохо. Все, взрывайтесь, гады, взрывайтесь. Окей. Так. Корабль взорвался, оставив после себя полезный металлолом. Ну что ж, бро. Иди туда. Ты чини наш кислород. Я не знаю, что случилось. Но чини его. Так. Все чинят, все чинят. Это только даже... Блин, кислорода. Беги оттуда, беги оттуда, беги оттуда. Почему он умирает? Почему он умирает? Что с тобой случилось? У тебя 2 хилса осталось. Кислород починен же. Что с ним случилось? Ты живой. Давай, иди туда. Что там случилось? Я не понял. Чини. Да, может быть, и это заодно починить. Ты капитан у нас, беги. Давай, у нас нам хватит одного капитана. Так, нас потрепало, конечно, в этом сражении. Все, щиты восстановили, окей, это щиты. Я до этого даже не знал, что это щиты, на самом деле. Так. Закроем. Вроде все нормально теперь. Ага. Все. А нельзя... Ты иди похиляйся, что ли. Так, у нас никого нету. У пилота. Окей, все, мы готовы. Все, он хиляется. Отлично. Отлично, все просто замечательно. Так что теперь мы, наверное, сейчас подсидим тут. Подождем, пока все похиляются. И можно отправляться в путешествие дальше. Так, почему в этой комнате, мне кажется, все еще красненько, как-то странно. Ну ладно, так, у нас уже, ну, у нас 71. У меня тогда было довольно много всего, и я сдох, просто сдох. Давайте, может, полетаем здесь. Давайте еще просто полетаем в этой системе. Попробуем пособирать какой-нибудь металлолом, возможно, на апгрейды. Опять, смотрите, это какая-то система просто невероятная. Постоянно нас пытаются кто-то убить. Хорошо вооруженный пиратский корабль приближается к нам. Выдайте одного из своих членов команды, и тогда мы оставим вас в покое. Так. Мы никогда не сдадим никого из наших членов команды в рабов, как бы говорим мы. Начинаем палить им по их рубке. По их, не знаю, по их оружиям тоже можно попалить. Мочи! Мочи! Окей, пиу! Окей, мы сдаемся. Вот это они нам пофигачили лазером, и сразу мы сдаемся. Так, one of our slaves. Так. Короче, они предлагают мне отдать одного из своих рабов, чтобы я их больше не трогал. Я говорю, окей, мы принимаем ваше предложение. Так. Ну что, эти ребята не будут нас трогать больше? У нас с щитами опять проблемы. Так, кто у нас? А, конечно, лучше было бы, конечно, 2 человека иметь. Слушайте, этот раб, он какой-то мощный. У него что-то такое? Что-то у него такое? Что такое? Не знаю. Какой-то большой. Это, слушайте, это инопланетянин. Они отдали нам инопланетянина какого-то. Вот козлы. Так, у них у каждого, кстати, качаются всякие способности, где они сидят, там они качаются. Давайте тогда этого отправим в щиты. Наверное, а может, если оружие будут? Нет. Нужно, наверное, каждого куда-то отправить лучше всего. Все вроде здоровы, тогда пойдем дальше. Ой, кто-то просит о помощи, мы полетим и поможем им теперь. Эй, ребята. Мы прибыли, тут среди астероидов был корабль, которого прижало 2 камнями. Двумя, видимо, астероидами. Окей. В общем, да, не повезло. Мы потеряли здоровье, но, в принципе, мы никого не потеряли с команды. Поэтому ладно. Так, как починить? Как, куда нужно, наверное, лететь сюда? Иначе мы сдохнем. Нужно починиться. Я не хочу умереть на этом задании. Окей, тут никого не было. Так, все, магазин. Так, окей. Как нам все полностью починить? Фикс, фиксол.
все починили. И теперь мы можем купить еще какой-нибудь бластер. А, только у нас всего 50 очков. Можем купить вот такой бластер. Можно купить стелс, но у нас стелса еще нету. Дрон парц. Твой дрон, смотри, ладно, наверное, купим себе бластер. На всякий случай. Только у нас не хватает сил. Систем. Да блин. Окей, мы можем переключать. А. Можно переключать еще систему, ну, то есть мощная система на разные вещи, например. Можно отключить это, включить то, например. Так, если я отключу это, нам не хватит, наверное. Окей. Я переключу все на наш новый бластер. Причем, я так понимаю, он первого уровня, что ли. Окей. Ладно, тогда оставим то, что у нас было лучше. Я оставил в итоге один бластер себе, но зато теперь мы будем гораздо быстрее прыгать в пространстве. Ладно. Jump. Шип. Что на... А. Я могу еще что-то апгрейдить, по идее. За определенное количество. Ну вот, я не знаю... Ай, блин. Окей. Я не знаю, что я могу так делать. Поэтому я и постоянно дох. Так, все. Вау! А, опасность! Опасность! Ворнинг, ворнинг, валим отсюда, ворнинг. Нужно быстро валить, смотрите, она приближается. Им всем конец, им всем конец, нам нужно бежать отсюда, волна, волна. Так, и тут даже уже никого нет, остались только мы, и все, и больше никого. Так, мы можем сделать прыжок. Так, мы... Нашли какую-то сломанную станцию космическую. Можно полететь и поворовать выживших. А можно... А нет, точнее, не лут, а лук. Ёпт, ладно. В общем, можно посмотреть, есть ли выжившие, или можно у них собрать какие-нибудь металлолом. Ну, посмотрим, выжившие есть, нет. Ничего не было, ну ладно. Забыли бы выжившие, было бы хорошо. Мы двигаемся в следующий сектор. Пойдем, наверное, в мирный. Монтис контрол. Я не хочу взрываться, хочу в мирный сектор полететь. Хотя, если мы не будем ни с кем драться, наверное, Danger. Что это такое? Какая-то опасная территория. Почему у нас все так темно? Это из-за каких-то помех? Это в секторе? Ну, тут он большой. Ну давайте сюда куда-нибудь полетим. Можно быстрее валить отсюда. Это такой сектор херовый. И мы столкнулись с каким-то кораблем черного рынка. Игнорировать его, атаковать его. Можно было бы купить у него неизвестное оружие, но у нас нету. Ну, так, а он вроде мощный. Я не думаю, что мы сможем его завалить. Он мощный. Давайте его игнорировать, просто пойдем отсюда. Конечно, мог бы попробовать его атаковать, но я думаю, я сразу же сдохну. Прям какие-то магнитные бури. Danger, danger. High voltage. Так. Мы прыгнули в середину шторма. Так, он не все еще прыгается, взрываем с собой, это риск. Давайте поищем кого-нибудь, каких-нибудь выживших. Ну, мы нашли ракеты и скрап-метал, отлично. Даже... Кстати, почему? Почему я не могу прыгнуть? О, черт! Беги, быстрее беги. А, мы должны... У двигателя один должен быть. Стойте, мы потеряли одного человека. Pilot engine. Этот человек не пилот, что ли? Что он хочет сказать? Что вообще происходит? Почему не можем отсюда улететь? Лети! Pilot engine.
Чё происходит? Почему я не могу улететь? Почему я не могу? Мне говорят, двигатель. Чё двигатель? Чё происходит? Fucking jump, goddammit. У нас чё... У нас нету... Окей, jump. У нас, походу, мощность всё отняло. В этом секторе. Ух ты. Нас потрепало, у нас что-то кислорода теперь мало. Так. Все, вроде бы норм. Сейчас должен кислород пойти. У нас какая-то бридж-ракета появилась. Хрен знает, что это такое, ну ладно. Так. Она с двигателя и щитов. Почему я не могу щиты наполовину заполнить? Так, оставил я эту ракету и... В общем, еще одну ракету. Так, что же мы можем сделать с кораблем? Может, да, мы можем что-то купить. Мы можем больше мощности, может, power. Так, мощность, мощность. Давайте лучше... Ладно, не знаю, на 20 осталось. Можно щиты увеличить. Щиты мы увеличили... Но чтобы их питать, у нас нет особо ничего. Но я наверное, говорю... У нас есть две силы, смотри, две силы, тварь. Почему... Почему у меня недостаточно мощности? Ладно, тогда запитаем здесь и здесь. Почему у нас недостаточно мощности? Ладно, хер с ним. Все это слишком сложно для маленького мозга. У нас нет уже никаких денег на магазины, все полетели. Валим. Просто валим. Ох, нет, опять кто-то появился. Торговец с рабами. Но у меня нету ничего, чтобы ему дать. Так, атаковать этого продавца рабами, эту тварь. И мы его атакуем. Не будем его игнорировать. Фигач. Фигач. Фигач, я сказал. Мочи! Мисс. Я-то точно попаду. На тебе ракетой. Где еще одна ракета? Я видел, там люди появились. Так, что они мне предлагают? Предлагают продать своего человека. Окей, ладно, мы не будем с ними сражаться дальше. Пускай отдают нас. Это вообще что такое? Хватит на каких-то пришельцев подавать. Чини, давай. Слушайте, он понимает еще. Он еще что-то чинить умеет. Вау, это круто. Так, ладно. Надо к щитам одного отправить. Один пускай двигатель стоит. Так, отлично. А, отлично. Конечно, мы могли бы его доатаковать, но я не думаю. Я не буду так подло. Делать. Полетим дальше. Выбираем какой регион. Выбираем Золтан Контрол Сектор. Энджи Контрол Хомову. Давайте, я не знаю, что за Энджи. Я еще так далеко никогда не добирался. Так. Тут роботы, видно, живут. Интересно. Хорошая система такая, серенькая. Мне нравится. Серенькая, приятная система. Даже еще никто на нас не надвигается, чтобы увидеть. Вон даже халявный какой-то металлолом нашли. Так, ладно, туда мы не полетим. Только у нас топливо заканчивается. У нас всего на 5 прыжков осталось топливо. Надо было бы купить топливо. Как хорошо, раз мы были. А мы не будем покупать топливо, мы полетим на подмогу. И, может быть, найдем топливо в процессе. Так, мы нашли несколько кораблей в пространстве. Они кричали: «Помогите! Нас мочит какой-то гигантский пришелец-паук!» И у меня есть предложение, типа, послать одного из членов своей команды, потому что гигантские пришельцы-пауки, это вам не шутки! Ну, отправим. Отправили... Мы с ними... Так, окей. Не все вернулись, в общем.
облажались мы, стали стрелять по нему, ничего не происходило, и мы убежали. Окей, кто не вернулся? Пришелец остался с нами. Так, иди в двигатель тогда. Блин, всегда так, пришельцы остаются, а мы теряем членов команды, которые уже... к которым мы уже привыкли. Давайте отправимся в магазин, купим топливо, что ли. То мы так совсем далеко не улетим. Можно купить крутое тут оружие. Можно было продать, наверное, свое какое-нибудь оружие. Топливо. Топливо стоит 3. Так. Окей. И починить все. Ага. Ну, в общем, ничего мне не осталось. Я мог бы купить лазер 3 уровня, но... на кой фиг мне лазер 3 уровня? Так, полетели. А, блин, опять эта херня приближается к нам. Нужно валить. Нужно валить, иначе мы все умрем. Так, игнор. Нужно, мне ничего нету, чтобы им помочь. I have nothing. Nothing at all. О, астероиды, почему их не было видно на ка... Ох, еще и люди, пиратский корабль. Боремся тогда с ними, мочи их. Мочи, мочи, что-то мне страшно, мне кажется, мы нас завалят. Так, мы горим. Чини. Нет, он сейчас горит сам. Чё, чё происходит? Автофайр, автофайр. Так. Кажется, мы сейчас всех потеряем. А, черт, наконец! Как уничтожить эту тварь? У нас кончились ракеты? Серьезно? Все, нас всех убили. О, черт, это было неожиданно. О, нет! Нет! Это было так глупо, меня просто взяли и завалили. Ладно. На этом все, наверное. Если вы хотите, я попробую еще раз полетать. Не знаю. Потому что я что сказать, как-то я так видно часто умирал слишком быстро, что я даже половину и не просек еще чего делать. Ну ладно, если вам понравилось видео, то не забывайте подписаться на канал, ставить комментарий, поставить палец вверх. И тогда посмотрим. Посмотрим, будет ли ролик еще или нет. На этом все.